находимся в парке «Волшебная Миля». И смотрите, кого мы тут встретили. Героев мультфильма «Летающие звери». Потому что здесь проходит репетиция большого благотворительного праздника. Такие благотворительные большие детские праздники мы проводим для того, чтобы и дети, и взрослые понимали, что можно не только веселиться, и нужно не только развлекаться, но и помогать тем, кому в данный момент не очень хорошо. И получается, что купив билет, вы повеселитесь, получите прекрасную программу, прекрасный концерт, послушать песню из «Летающих зверей» в исполнении самих композиторов и юных артистов театра «Радуга», а деньги, которые вы отдали, пойдут на помощь детям, которые сейчас проходят лечение в больницах. Во время праздника всех участников ждет очень много сюрпризов. Например, они смогут рисовать на световом столе. А еще они будут конструировать, выжигать по дереву и проводить научные опыты. Почему важно, чтобы дети участвовали в этой программе? Ну, мне кажется, что это очень правильно, когда с малых лет мы учимся каким-то базовым вещам. Дети с наступлением своего какого-то возраста узнают о том, как можно в жизни помогать. И это правильно, мы учимся этому. Сегодня я помогаю тебе, завтра ты поможешь мне. Наверное, поэтому мы люди. Фонд «Адвита» – это наш близкий друг, потому что учредитель этого парка Дина Гибсон, она давно уже сотрудничает с фондом «Адвита». И вы знаете, эти ребятишки, которые приезжают в Санкт-Петербург на лечение, они к нам приходят. Я проснулся, подтянулся и подумал, и назад под одеяло ногу сунул. Ах, любимая нога, ты мне очень дорога, мы с тобой пролежим до четверга. Фонд «Адвита» курирует летающих зверей, а летающие звери дают концерты благотворительные. И мультфильмы делают вместе с ребятами, которые заболели и попали в беду. И таким образом они вот так вот помогают друг другу. А летающие звери – это вот такой мир особенный, да, где живут, во-первых, вот эти герои, да, удивительно, а главное, где живут замечательные эти люди, которые делают мультфильмы с ребятами, которые ездят к ним в больницы, которые выезжают с ними летом в специальные такие лагеря и так далее, и так далее. В общем, это целое такое большое движение, очень классное. Расскажите, пожалуйста, какие вы песни будете исполнять на концерте? Мы будем петь песни из мультфильма «Летающие звери» и из мультфильма «Смешарики», потому что мы пишем песенки для того и для другого мультфильма. И в этом концерте «Смешарики» будут в гостях у летающих зверей. А бывают концерты, когда, наоборот, летающие звери прилетают в гости к «Смешарикам». Это такая классная ситуация, что они могут вот друг другу так, как сказать, дружить летать. Дружить друг с другом. Да. А как вы готовитесь к этому концерту? Во-первых, мы придумываем, какие песни были бы интересны зрителям, которые сюда придут, чтобы те, кто стоят в зале, не просто нас стояли и слушали, а чтобы они принимали в этом участие. Это будет особенно концерт. Мы готовим специальные песни, которые прозвучат впервые именно на этом концерте. У нас будут спектакли в этот день проходить для детей разного возраста. Вот вам лет по 9, по 10? 10. По 10. И для вас будет шикарная сказка «Сокровище черного мага». Это такой квест крутой. И для маленьких ребят будут сказки, и для старших. То есть и будет всем чем заняться. Ну и, конечно, это будет розыгрыш призов. Обязательно. Помогать действительно легко. Сегодня мы в этом убедились. Побывали на репетиции благотворительного праздника Сони Ростами и Василиса Джербинова-Дятлова. Лети, 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 лети.